Добрый день, уважаемые зрители, участники проекта, инвесторы, партнеры. Приносим извинения за технические неполадки и технические задержки. YouTube сегодня накладывает на нас некоторые ограничения, в связи с которыми мы вынуждены запуститься немного позже. Ну а теперь давайте о самом главном. По вторникам в 7 часов по московскому времени, в 7 часов вечера, многие из вас привыкли видеть вебинар, презентацию проекта от Павла Филиппова. Но Павел Филиппов сегодня занят решением очень важных рабочих задач, я бы даже сказал, нетривиальных, поэтому так совпало, что сегодня его подменяю я, Александр Сударев, и сегодняшний вебинар скорее не презентация проекта, а информация для всех. Как для новичков, так и для тех, кто уже довольно глубоко в теме проекта. Те же, кто из вас, кто хочет ознакомиться с презентацией проекта, вы можете сделать это в записях тех трансляций, которые уже состоялись. Итак, что же сегодня на повестке дня? На повестке дня очень важные вопросы, которые мы с вами постараемся максимально подробно раскрыть. Расскажем информацию, которую долго многие из вас ждали. Но перед этим мы продемонстрируем вам интервью с Дмитрием Александровичем Дуйновым, записанное сегодня в утреннее время. И в процессе того, как вы будете ознакомиться с интервью, прошу вас подготовить интересующие вас вопросы, написать их в чатах на том канале, на котором вы смотрите наш вебинар. В свою очередь, после того, как интервью будет пройдено, в конце мы с вами постараемся на них ответить полностью. Поэтому вам приятного просмотра и попрошу коллег включить видеоинтервью. Дмитрий Александрович, у нас... Я так понимаю, произошли некоторые события, которые стоит осветить и пообщаться на очень животрепещущие темы. Извольте доложить, да? Докладывайте. Ну да, события произошли. Это такое событие, вернее, два события. Это... слеты электротранспорта. Один из Сокольников там капитан проводил, блогер, энтузиаст электротранспорта, активный участник форума электротранспорта. Вот. Ну и второе проводили не без участия Solar Group, да, инициатором которого был Solar Group. Материал освещал форум электротранспорт.ру, там раздел «Московские слеты по катушке». Что стоит отметить? Раньше эти мероприятия были более массовыми. К сожалению, да, вот сейчас спад такой идет. Я бы даже не сказал, что это вина коронавируса, нет. Помните, мы с вами обсуждали в свое время перспективы двухколесного электротранспорта, малого электротранспорта в Российской Федерации. Да. Было. И прогноз был не очень... неутешительный. Вот прошло N лет. И что? Явно идет затухание. Есть определенная группа людей, энтузиастов. Молодцы вот такие ребята. Это вот, как говорят, настоящий буйный, как говорил Высоцкий, да? Про подобных людей. А Маяковский говорил, что гвозди бы делать из этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей. Потому что это вот, наверное, костяк всего общества, любого. Такие люди в любой профессии, в любом деле, которые помешаны, с которыми, они знают себе цену, да, они вот такие вот в силу ряда обстоятельств. Несмотря ни на что? Несмотря ни на что, невзирая ни на что. Матч состоится в любую году, да, да. Поездка в любую погоду и так далее. Это вот такие вот. Но надо понимать, что этот вид транспорта в России таким массовым местом. В регионах дороговизна. Один из факторов. В Москве на этаже там по 70, по 90 килограмм байки. В лифтах пассажирских таскать, поднимать на пупок. Довольно проблематично. Да, тяжело. Ну, где-то съемная батарея. Хранить тяжело. Ну и погодные условия. Поэтому это для любителя. Но тем не менее, этот транспорт, как говорят
манер, имеет право быть. Но если по-русски нормально говорит, имеет перспективу. Как минимум Юго-Восточная Азия, а это рынок Индия, Китай и прочие, Вьетнам, ну, те страны, которые, ну, по численности населения составляют больше 50% всего населения. Поэтому мы уже отвечали неоднократно на этот вопрос, что мотор колесу быть. Надо решить главные технологические проблемы, чтобы это мотор-колесо было как автомат Калашникова. Надежно, простое. И составляющие элементы, слагаемые всего этого дела, мы с вами обсуждали. И эти элементы, они позволяют отрабатывать и более серьезные приводы. Потому что в свое время, в индустриальный период, говорили, что как можно было оценить уровень развития технологий государства. Признак какой? Как вы думаете? Космонавтика или атомная энергетика? Что? Хороший вопрос. Выпускает ли страна мотоциклы собственной разработки? Даже так? Да, потому что в мотоцикл надо воткнуть все те же системы, что в автомобиль. А я так понимаю, для этого нужны дополнительные мощности? И кадры инженерные, школа, определенные технологии, все остальное вместе взято. Кто сейчас мотоциклы выпускает? Ну, есть там по лицензии выпускают, я об этом не говорю. Вот те, которые разработчики. Ну, фактически это да. Не Российская Федерация. Увы. Хотя сейчас Урал, Орбит, ну, пытаются восстановиться. Да. И электрическую модель. Ну, потому что Россия пытается выйти из протектората и стать на ноги, в конце концов. Вот, и в связи с этим... Мотоцикл. А ведь дело в том, что к чему это говорю. Потому что мотор-колесо для двухколесного транспортного средства сделать намного тяжелее, чем для, скажем, грузового автомобиля или автобуса. Как это не парадоксально? Потому что, вот смотрите, ну, допустим, намотать четырехполюсную машину шестиполюсную или шестнадцатиполюсную. Разница большая, шестиполюсную. Намного легче намотал, втянул. А когда у тебя 16 и больше полюсов, челночком заполнение плохое, долго делать и так далее. Поэтому там технологичность и вообще вот эти уровень технологий должен быть для производства. Это вот очень серьезная проработка. Поэтому вот намотать так, как делают BLDC, там вот, так нельзя. Вот их смотришь, там ребята многие перематывают, сами добавляют провод вручную, но это вручную. А для того, чтобы сделать серьезную машину, там нужны другие совершенно подходы. И вот да, даже тот, посмотрим, сердечек, вот такой он внутри пустой. Если его штамповать, много отходов стали. А по-другому можно сделать сегментации, тогда будет отход стали минимальный, меньше даже, чем в обычном синхронике. А это себестоимость. И так далее. Поэтому вот решение этих задач... В конечном счете приводит к тому, что мы уменьшаем себестоимость колеса, одновременно это проецируется на серьезные тяговые машины для автотранспорта. То есть фактически к этой задаче в лоб подойти нельзя. Здесь нужно подготовить хорошую производственную базу, оснастку, оборудование, технологические процессы, обучить кадры, которые мозги, будут с этим работать. Самое главное. Это людей. Это люди, которые могут решать эти задачи. И насколько мы видим, кажется, получается. Вот да, даже по тому датчику, что мы говорили. Получается, и в принципе мы можем уже на сегодняшний день рассматривать заказы по разработке и изготовлению вот этих вот намагниченных датчиков, которые срабатывают исход на сторону. Это уже не Китай, диктат. Мы потихоньку выходим на этот сегмент рынка. Мы начинаем заявлять себя. И вот в связи с этим возникает вопрос, а проверка шла? Вот говорят, ну что проверка? Ну кто-то написал там просто так, да? Вроде бы, казалось. А сейчас, ну, продлили там срок проверки, там тут разные. Но тут же появляется что? Озабоченные, инициативная группа, озабоченная, как они называют себя, представители инвесторов, да, они собрать ли нам инициативную группу, они написать ли нам жалобу там и так далее. А почему, если вот здесь вот проверка заканчивается ничем,
безрезультатно, вдруг там возникла такая идея. Случайно. Ну, многие говорят, а это вот там из-за вашей передачи, расследования и так далее. Ну, чушь полнейшая. Потому что это точно так же, как Майдан возник из-за Януковича. Глупость. Бжезинского почитайте, Далеса, да, МакАртура почитайте, Гитлера почитайте, Майн Кампф почитайте, почитайте Ницше. Вы хоть поймите, что сейчас идет война совершенно другая. Зачем воевать своими солдатами? Можно дорогих вот таких вот озабоченных денег кинуть, они вам любое знамя поднимут. Сейчас в Беларуси мутят подобно, да? И почему бы не сделать тут такие же процессы? Как помните, там, я дочь офицера, офицер в 10-м поколении, там, это самое, 25 поколений, там, царю-батюшка, понеслась. А на деле кто? Это как мне нравится. Так, все идите, это самое, по этому самому, к больнице в Навальному, идите к Навальному, в больницу в Навальному, спрашивают, а ты уже там? Нет, а ты где? А я, говорит, в Израиле. То есть это же инициативная группа, да? На что подбивают? Вот, ну, представим даже так. Написали, понеслась там в Британии, либо еще где-то вот эта свистоплёстка, да? Проект лучше станет. Я думаю, что это, наоборот, осложнит работу людей, которые работают, трудятся на местах. Это заставит... Да не просто это, да, даже вот приток инвестиций, все это зависит, да? Во многом. Цель. Чего добиться хотят? Для инвесторов? Я сомневаюсь. Для проекта? Тоже сомневаюсь. Значит, это целенаправленное действие против проекта. По-другому это расценивать, к сожалению, нельзя. Раньше писали, кстати, с течением обстоятельств или нет, но один из писателей был таких вот заявлений в органы, юрист Навального. Знаете, что сейчас с Навальным происходит? Конечно, грешно, пусть человеку многие лета, здоровье ему и все остальное, но что-то так случается, что кто на проект наезжает, с ним что-то происходит. Я тут ни при чем, честно. Вот были такие два следователя, Мацкой и Белецкий, которые там на Донбассе еще. Вы знаете, оба уже там предстали перед Всевышним. Вы помните, это деньги занимает, да? Те сколько, ну выдать ему. Ну, а если не верну? Хотя стыдно будет. Перед кем? Перед Всевышним? Когда? Ну, когда предстанешь? А когда предстанешь? У него срок когда? Там 25-го, 25-го, 29-го. Предстанешь. Вот. А один застрелился просто. Вот, все в кабинете, в присутствии женщины, сотрудника своего уже. Застрелился все в кабинете. Что-то его так сподвигло на это дело. Поэтому, ну, что-то всегда плохое происходит. Хранитель есть у проекта. Судьба хранит проект. Иначе вот при всех перипетиях, вот с учетом того, что с 95-го года 25 лет, четверть века проекту, в принципе, вот, если смотреть от зарождения, не от инвестиционной части проекта, а именно вот как с двигателя, за 25 лет, ну так похоронить не удалось никому. И я более чем уверен, и с чем я и поздравляю всех участников проекта, что сейчас достаточно серьезные силы инициируют. Ох, очень сильно мы наступили на пятки. И нас уже воспринимают достаточно серьезно. Потому что, чтобы инициировать эти проекты, ну, вот эти процессы, средства нужны. Майдан в Украине сам по себе не случился. Влиты деньги большие. В Белоруссии тоже происходит, что кто-то пойдет горло драть за идею. Не думаю. Да я уверен 100%, что не пойдет. Ну, возможно, определенная группа людей будет. Ну, часть. Но... Для того, чтобы все это подготовить и сделать, это колоссальнейший ресурс, действительно. Вы знаете, вот из жизни такой пример. Ну, там, у меня друг в милиции работал, он охранял один объект, у меня рядом с охраной. Ну, там хулиганили ребята. А там смена вычислительный центр, они ночью менялись. Он говорит, ну, может, поможешь? Ну, давай, что? Ну, вечером там попровожим. Да, ладно, там они их автобусом забирали, в общежитие везли. Вот мы автобус подъехал, мы на милицейском мотоцикле подъехали, а там траншея, и оставили. Там, ну, он по гражданке, я тоже. Ну, и стоим, разговариваем там с девчатами. А тут пьяные ребята-шахтерики идут в общежитие. Ну, и что-то там выражается. Ну, тут мой приятель. А ну, прекрати здесь выражаться. Ты что тут это самое?
бухтишь. Я вам это самое. А он же не соображает, что мотоцикла-то не видно. Ну, тебя, ну, сейчас. Ну, в общагу заходят. Говорю, ты дурной. А что такое? Говорю, так твоего мотоцикла не видно. Тут поворачивается, мотоцикла не видно, тут он нас бледнул. Ну, и тут из общежития вылетают толпа за правое дело. Я говорю, ребята, ну, соответственно, с применением и с использованием ненормативной лексики во всем ее проявлении, объемах, красе. Я говорю, что, давайте по-русски, а мы тебе по-русски. Ну, короче, у нас произошли дебаты по истории происхождения мата. Кто-то послушал, кто-то рукой махнул, там с кем-то перезнакомились, все разошлись, остался инициатор этого процесса. Я говорю, ну что, поговорим. Видели вы, как у него мелькали пятки, сверкали. Поэтому процессы. И вот сейчас. Вот это самое там, пойдем, да, давайте. Чего ты пойдешь? Зачем ты пойдешь? Писать, для чего? Если ты вложил деньги действительно в проект, и ты его начинаешь расшатывать, ты что, сумасшедший? Ты сумасшедший? Значит, какой ты инвестор. Либо ты дурак просто. Ну, ты же подумай, хотя бы задумайся, что ты делаешь, если ты действительно инвестор. Ну, что-то мне подсказывает, что делает вот такую инициативу далеко не инвестор. Ну, мы в прошлый раз обсуждали, да, вот, что это было, глупость, да, вот, человека, который, не разобравшись с теми, там, давал советы, рекомендации руководству. Это может отнести либо к глупости, либо засланный казачок, который целенаправленно знает, что он делает. Потому что все прекрасно знают, ну, в советское время было, ну, серьезных коллективов, всегда работали, кто-то на органы работал, да? Ну, вот как вы думаете, что надо было делать, если ты его выявлял? Не трогать, я так понимаю. Ничего, потому что ты его поставят другого, найдут другого, а потом ты его будешь вылавливать, да? Оно тебе надо. Я думаю, нет. Точно так же, и когда противодействия проектам идут, делают определенные шаги. И что, наивно полагать, что против нас ничего не делается? Я думаю, очень наивно. Очень наивно. И что, в коллективы не пытаются, думаете, внедрить? Фу. И куда? Все прекрасно понимают, что ядро любого проекта – это финансы. Значит, где? В сфере привлечения финансов. И вот эти призывы, мы пойдем их сейчас там попроверяем, мы там с этими самыми со знаменами и так далее. И чем же это поможет проекту действительно? Навредит, только навредит. А почему навредит? Вот я думаю, вопросы будут возникать. Ну, потому что большинство инвесторов скажет, так, стоп, с рассрочками, наверное, давайте посмотрим, чем это завершится. И в момент подобран, мы сейчас начали, ну, ведем большие платежи, связанные со строительством. Платежи пошли, да, поэтому движение больших сумм. И вот как они самое главное говорят, что мы посмотрим, где деньги. Так, где деньги? Где деньги, Зин? Сгонял бы лучше в магазин, да, обидно, Зин. Вот как вот, ну, понятно, допустим, работает Solar Group, работает Уэлмаш, платятся зарплаты, аренды и так далее, покупается оборудование. Но это малая толика. Значительная сумма денег аккумулируется, значит, для чего? Потому что по рассрочкам ежемесячно приходят там небольшие суммы. Относительно небольшие. А проплаты за строительство на порядки, на 1-2 порядка больше. То есть фактически необходимо саккумулировать эту сумму для того, чтобы ее хватало на выплаты, потому что ежемесячные поступления не покрывают ежемесячные расходы. Конечно. Она аккумулировалась, естественно, аккумулировалась. А где деньги, Зин? В аккумуляторе, собственно говоря, да? Работают. И дело в том, что мы прекрасно понимаем, что деньги, ну, дайте, курицы несут яйца, да? В одну корзину не складывают, как говорят. То есть это же и деньги, потому что минимизировать риски надо. И вот в связи с этим вопрос какой? Он очень простой. Что если бы этих денег не было, как вы думаете, вообще я похож на идиота? Честно сказать, не очень. А может? Я бы даже сказал, совсем не похож. Ну, поэтому, не саккумулировав определенные средства, что я ввязался бы в строительство? Фу, я думаю, вряд ли. Это надо быть идиотом. Причем, надо четко понимать, что даже при наличии средств, зная динамику платежей, ты же, ну, любой прослеживает,
до какого этапа тебе денег хватит. И в то же время ты понимаешь, что вот денежки идут вот такие, вот такие, вот такие. А потом основная часть будет компенсироваться вот рассрочками. И те, которые инициируют вот это вот, а давайте там залезем и посчитаем, да, прекрасно это понимают. И их задача сейчас не вот по этим саккумулированным ударить, а вот по тому расчету, который должен дополнять эти средства. И это расчет очень грамотный. И было бы там 10 СЛР-группов, 20 СЛР-группов, какой бы состав ни был, рано или поздно эти должны были появиться. Но они появились немножко поздновато. У них позднее зажигание, они надеялись на то, что удастся более дешевыми методами нас урезонить. Не сработало пока. Ну, вот где-то так. Все очень просто, на самом деле. Это не борцы за право. И я полагаю, что каждый инвестор должен это понимать. То есть фактически все мероприятия, которые сейчас проходят в качестве проверочных, это не совпадение? Нет. Но я полагаю, что вот хранитель существующих проектов, он тоже, наверное, прошелся по одному персонажу, известному блогеру Навальному. Храни его Господь, ноги ему лета, здоровья. Но гадости лучше другим не делай, потому что есть народная мудрость. Не рой яму, сам не попадешь. Дмитрий Александрович, а вы упомянули, что начались платежи, связанные со строительством. Вот поподробнее можно раскрыть эту тему? Вот смотрите, дело в том, что не просто раскрыть тему, но у вас сейчас есть файл небольшой, это табличка, где показан сверстанный график, как сейчас говорят, дорожная карта. Это план-график, на котором отмечено, где что будет происходить. Это связано и с финансированием, оплатой работ, ну и с выполнением самих работ. И там показан старт, начало и завершение, и сдача. И кто задействован? Ну, я думаю, что вы сегодня сможете показать. Конечно. И на вебинаре, если сможете показать, ответить на вопрос, а кто же у нас генподрядчик, а кто соисполнитель, да, супчик так называемый, субподрядчик. Вот, и кто будет заниматься авторским надзором за выполнением, потому что, смотрите, мало того, что вы сделали проект, начали его внедрять, реализовывать, строить и так далее, потом при сдаче может возникнуть вопрос, а какой дурак это проектировал? А другой скажет, а какой дурак это строил? И так далее. Вот, чтобы это ни происходило, на всех этапах будет работать авторский контроль. Тот, кто спроектировал, он будет контролировать. То есть именно тот, кто спроектировал, это не сторонняя организация? Нет. Именно кто спроектировал, он будет контролировать, потому что он будет отвечать за свой проект. И вот все эти взаимоотношения проектировщик, строитель, подрядчик, они будут решаться на этом этапе взаимодействия. Это как разделяй власть. Ну, это контроль. Это нормально. Кто строительством занимался, это знает. Поэтому там много всяких видов контроля будет находиться. И вы же видели, что сейчас наконец-то скомплектован уже оборудован отдел планово-экономический, начинает втягиваться в работу наконец-то. Поэтому с нашей стороны жесточайший контроль в основном за финансы. Ну и за реализацией технической части проекта тоже. И за выполнением графика. Поэтому мы уже вошли в ту стадию, когда, как говорится, локомотив со станции ушел. Невзирая на то, что разрешение еще стадия оформления. К сожалению, у нас получается так, что вот в начале разрешения, потом порубочный лист там, и так далее. Нельзя параллельно решать эти вещи. Дендроплан там, и так далее. Все. Но, тем не менее, взвесив все, мы приняли решение, что мы стартовали. То есть по поводу разрешений. Правильно ли я понимаю, пока мы не получим разрешение на строительство, мы не можем начать процедуру... Ну да, не можем строить, начать строить. Да. И не можем начать процедуру получения разрешений, которые также нам необходимы. Ну, порубочный лист. Это порубочный, дендропланы. Но все это уже,
как говорится, не будет столь серьезным препятствием. Да, это некоторое препятствие, но тем не менее. Ну, вот так выстроили. Понимаете, я уже, мы с вами обсуждали, говорили, что в России выстроена и четко отточена, отстроена система противодействия инновациям. Вот она работает исключительно. И туда все органы включены, там, все эти службы, надзорные, все остальные. Да? Оно сделано все так, чтобы ты, в конце концов, не выдержал и ничего не делал. А говорят, в России нет системы работающей. Это великолепная система. Это уникальнейшая система, которую надо внедрять, наверное, в стан противника. Вот в экономической войне надо вот это все развернуть и все направить туда. И посмотрим, как долго ли они выдержат. Русский народ упертый, да, вот упрямый, он терпеливый. Он знает, куда идет, да. У него, я не знаю, есть ли миссия или нет, но движется, да, этот процесс идет. Но я не думаю, что какой-то другой народ бы смог бы вот столько всего-то вытерпеть. И, к сожалению, вот сейчас смотрите, Skyway, он в России начинался, потом в Беларуси, сейчас где? Арабские Эмираты. Жаль, конечно. Но выстоять во всем этом деле и пройти столько этапов, которые прошли, я одно могу сказать, что команда сильная работа. Они смогли это сделать. Не я, нет, команда, вот Совалмаш сделала. Solar Group делает свою часть по инвестициям. А вот это всю техническую часть. И вот даже, говоря о том, что датчик, то, что Китай монополию держал, разобрали, да, там сделали тяговые моторы, которые по своим характеристикам превосходят. И сейчас же даже вот элементарно простая вещь. Вот эти мероприятия прошли в Москве, слеты по катушке так называемые. Где хейтеры? Чего ай-яй-яй не орут? Про мотор колесо Дуйнова, про моторы там и так далее. Чего не орут? Чего тихо? Ну, вот я вам подсказываю, уважаемые хейтеры, тролли, вперед! Форум у вас, электротранспорт. Где ваши голоса? Ну, давайте, поляйте грязью еще немножко, да? Или просто вы уже прекрасно понимаете, что будете смешны? Да, ведь на сегодняшний день на тех же мероприятиях было представлено довольно большое количество техники, где были использованы двигатели с совмещенными обмотками. Тем более, что эти двигатели, да, уже можно приобрести официально, да, фактически, да, от Виктора Арестова. И при всем при этом показателем... от Совалмаш тоже можно. Нет, от Совалмаш. Вот. И показателем хорошим является, что и в тяжелой технике в виде саней, и в мотоцикле используется один и тот же двигатель, конкретно в этих двух решениях, и выполняет полностью все требования, которые к ним приписываются. Да. И стоит учитывать, что когда происходили показательные заезды, транспорт на BLDC-моторах довольно вяло разгонялся. То есть, да, показывали все прогрев резины, очень активно, красиво все это было, даже шлифовали. Но как только начиналось движение, транспорт двигался довольно медленно. А двигатель DA90S, поставленный, установленный в мотоцикл Suzuki. Старенький мотоцикл, то есть, ну, сам экземпляр, честно сказать, мне не очень понравился. Но сердце, мотор, позволял так шустро начинать движение, что, в принципе, все вокруг ахнули. И не проскальзывает. И не проскальзывает. А самое главное, что вот АБС на автомобиле, антиблокировочная, и АПС, антипробуксовочная система, именно она позволяет создать такую динамику. А все ее хают. Им отжиг резина. Зачем? Это не надо. Для движения это не надо. А если аттракционы, пожалуйста. Ну, для шоу это другое. Потому что никто на кроссовых, там, на спортивных мотоциклах на дороге общественного пользования не выезжает. Их никто не выпускает. Точно так же, как шоссейники не поедут. А людям что, кроссовы нужны? Или же движение с точки А в точку Б? Да, доехать, да. Ну и опять же, ажиотаж вокруг стенда с техникой, с применением совмещенных обмоток «Славянка» был довольно существенный, и всем предлагалось попробовать. То есть не было никакой тайны или секрета, и все, кто пробовали, они говорили, что да, действительно, оно хорошо. Ну, вспомнили, мы не так давно говорили, что подождите, все будет. Нам говорили, где моторы? Будут. Будут. Но еще самое главное, что
И объект еще не построен, но исходя из тех возможностей, которые есть, уже что-то реализуется. Ну, насколько я понимаю, в данной концепции того, как эти моторы производятся, от Виктора Арестова, СПП «Вэйхай», учитывается сам принцип, сама суть проекта. Да. Ведь проект нацелен не на производство конкретных экземпляров разработки. Да, и по лицензии все это работает. Опытное производство и разработка. Основное это разработка, потому что разработал, покажи, что их можно производить. Именно эту идиому. И когда нас хаяли, ругали, мы молчали. Мы терпеливо ждали. Потому что, что оправдаться? Мы знаем, что мы правы. Мы знаем, что правы. И мы знаем, что мы делаем. Дальше будет еще интереснее. И потом, я думаю, что придет время, когда участники всего этого мероприятия будут рассказывать своим внукам, что благодаря и моему участию финансовому, в зависимости от того, кто как, это произошло. Так что... И ведь действительно на сегодняшний день, исходя из того, что было пройдено, аргументов против этого заявления просто нет. Ну, поэтому надо поменьше обещать, а побольше делать. И по факту. И тогда все будет, да. Как говорят, делай добро, бросай его в воду. Там время придет. Это у меня был главный инженер, Иванов Леонид Георгиевич, Царство ему небесное. Великолепный специалист, человек. Он работал в ВИАСП, Всесоюзный институт складских кранов-штабелеров. Тут на больших заводах, АЗЛК, АЗИЛ, там, где детали все эти хранятся. Вот, там как стадионы целые. И там такие манипуляторы, которые вот поднимаются, находят ячейку, забирают контейнеры. И этот штабелер доставляет в пункт выдачи для комплектации. А потом в «Кванте», в Стахановском научно-техническом центре «Квант» у меня работал главным инженером. И был оптик-конструктор Свистула Роман. И вот они, он сам конструктор, вот они вместе работают. И Роман говорит, что мы делаем, и вот, а где результат? Он говорил, Роман, черти, клади на полку, время придет. И в конце концов время приходит этим вещам. Вот в соседнем кабинете вы же наблюдали, там некоторые процессы интересные происходили, да? И повторили те эксперименты, вот идут повторения экспериментов, вернее, это уже не эксперименты, а подтверждение тех технологий, которые я получил в 1985 году, использовал. Сколько лет прошло? 35. И добрались. И вот когда мы говорили, что вот будет вот так, и все никак, а сейчас раз и получилось. И смотрит на это дело, а как так, как это могло произойти? Вот оно произошло, так и было рассказано. Это очень интересные технологии. Вот когда говорят, что надо то, мы говорим одно. Нужен надежный двигатель, преобразующий энергию в вращающую механическую энергию электрическую, и источник. Так там же источником занимаются. Да. По сути, очень интересный источник. Но об этом несколько позже, потом. С этим завершим. Попутно потихоньку. Это точно так же, как вот с датчиком все время. Вот там оптический и так далее. Но сейчас сделали вот эту пластмасску намагниченную. И сейчас и так, как только датчик холла не ставишь, работает. Вот хоть с перекосом, хоть с недокосом, хоть с торца, хоть так. Работает, чертенок. И вот если каждый элемент будет обладать вот такими свойствами, что трудно сделать плохо, что даже если сделано будет плохо, все равно будет работать. Вот это показатель. Это вот технология, это надежность. Поэтому я думаю, что пройдет еще немного времени. И все то, что происходило, вот эти сложности, которые возникают, они пройдут, и мы будем о них вспоминать, но самое главное, что у людей, у сотрудников, у всех членов команды Solar Group, Sovelmash, будет наработанный практический опыт, и они
будут потом из своей памяти, как из копилочки доставать, тут возникает проблема. А вот это было, вот раз, вытащили, а вот решение. Да? А вот как тут делать? А вот так нельзя. Почему? Потому что вот вытащили, потому что это вот так было. Да? Потому что появится школа. И уже для других проектов эта дорожка будет проторена. И уже можно будет говорить, что можно, что нельзя. Какие ошибки были, допускались. Да? Куда вот идти не надо, а куда можно. Поэтому самое главное – отсечь те направления, куда ходить не надо. Ничего делать не надо. Да, ведь во многом пока не пройдешь вокруг, этого сделать может и не получиться. Ну да, поэтому вот тут происходит, что я в инновационном бизнесе еще систему НТТМ создавал когда, с 87 года, и все время этими процессами занимаюсь, поэтому хочется, чтобы этот опыт питали молодые, более, ну, те, которые помоложе меня немножко, да, и чтобы он не пропал просто так, а пошел впрок. Потому что, ну, зерна надо бросать на благодатную почву. А если эта почва заражена, то там надо прополоть. А может и не надо. Потому что если она слишком отравлена, ничего с ней не сделаешь. К сожалению, вот либеральная эта идея, она погубила целое поколение. И выпотрошить оттуда всю эту гадость, которую туда набили в головы молодым людям, только у единиц удается. Потому что такой бред несут. Надо вот так, надо так. Подумаешь, Господи, Боже мой. А тебе сейчас в лес одного. И ты порассказывай сосенкам и елочкам, и березкам, как надо. Если не сделаешь как надо, помрешь. Мерило простое. Сделаешь как надо, выживешь. И тогда уже без иллюзий. И без этого либерального бреда. Ну, как-то так. Спасибо большое за исчерпывающее интервью. Удачного мероприятия, удачного эфира. Да, вернемся к эфиру. Вот такие исчерпывающие комментарии по многим волнующим вас, зрителей, вопросам вы сейчас получили. Ну, я напоминаю, что прошу вас подготовить вопросы, интересующие вас, на которые в конце мы постараемся ответить. А сейчас, собственно, важная часть. Дмитрий Александрович упоминал про генподрядчика, про субподрядчика. И сегодня мы предоставим вашему вниманию наименование этих компаний. Скажем, кто же стал генподрядчиком, кто же стал субподрядчиком. И расскажем про план строительства. Итак, генподрядчик – это российская на сегодняшний день компания «Хака». Субподрядчиком стала компания «Астрон». А сейчас я попрошу наших технических специалистов продемонстрировать таблицу. Включите, пожалуйста. Итак, на своих экранах вы сейчас видите предварительный укрупненный график реализации и финансирования проекта. Если вы ознакомитесь с наименованием работ, то, собственно, здесь вы сможете увидеть, какое количество месяцев предварительно закладывается на тот или иной вид деятельности. Также можете увидеть пункт, например, временные дороги, в скобочках написано «зависит от вырубки леса». И здесь стоит учитывать, что для полноценной реализации проекта необходимо пройти все бюрократические согласования и получить все необходимые разрешения на тот или иной вид деятельности. Насколько вы знаете, на сегодняшний день разрешение на строительство еще не получено, и в связи с этим мы не можем приступить к определенным видам работ. Но, тем не менее, они уже начались и полным ходом идут. Поэтому сегодняшний день открывает, если можно так выразиться, завесу тайны. И это, собственно, своими глазами вы смогли ознакомиться с предварительным графиком. Ну, а теперь я предлагаю перейти к ответам на вопросы. Так, и сейчас мы это с вами реализуем.
Первый вопрос, который интересует очень многих. А, сразу, ремарка. На вопросы я отвечаю сегодня не все, а на те вопросы, которые находятся в моей компетенции. Поэтому, соответственно, если на ваш вопрос вы не получили ответа, то вы сможете его задать либо Павлу Филиппову, либо Дмитрию Александровичу Дуйнову, но в любом случае он не останется без ответа. Итак, первый вопрос. Я бы даже сказал ряд вопросов, связанных с тем, где же Павел. Специально для тех, кто смотрит нашу трансляцию не с самого начала, повторюсь, Павел... С ним все хорошо. Он занимается решением рабочих задач других. И сегодня, к сожалению, получилась накладка в графике, что он не смог присутствовать на вебинаре презентации проекта. И совпало таким образом, что у нас появилась ценная информация, которую вам сегодня, собственно, рассказали. Поэтому Павла сегодня нет. Следующий вопрос. Александр, вы инвестор проекта? Отвечая на этот вопрос, могу сказать однозначно «да». При этом добавлю, что помимо инвестиций, я инвестирую свое время, силы и всю свою личную жизнь в реализацию этого проекта. Поэтому 100% всеми фибрами души, если можно так выразиться, я поддерживаю проект и заинтересован в его реализации. Как прошла перекидка провода на стройке и какие процессы сейчас там происходят? Перекидка провода еще не произошла. Этот процесс, требующий определенного времени, усилий и ряда согласований, которые сейчас, собственно, и проводятся. Ну, по результатам осуществления этого вопроса мы, конечно же, с вами поделимся информацией, и вы об этом узнаете первыми. Много ли еще осталось пересчитывать по смете? Я не могу сказать, много или мало. Я могу сказать одно, что процесс пересчета сметы, ну, в моем представлении говорить об этом можно будет только получение разрешения на строительство, потому что, да, у нас есть прикидки, когда мы получим это разрешение, но, как знаете, это должно было произойти раньше, но возникли некоторые уточнения, дополнения, которые приходится решать, поэтому... Когда этот процесс будет завершен, и мы получим это разрешение, тогда уже можно будет говорить более подробно. Но, опять же, для понимания, это не быстрый процесс. Бизнес-план первоначальный был написан в 15-16 годах. Соответственно, и цены у заказчиков, у поставщиков поменялись, и курс поменялся, и экономическая ситуация, и налогообложение. Очень много моментов изменилось. Поэтому процесс этот не быстрый и требует... такого тщательного, взвешенного подхода. Поэтому, как только здесь можно будет что-то сообщить, соответственно, об этом вы также узнаете. Скажите, а что со стоимостью акций после IPO? Даже оценочная стоимость будет известна только после IPO? Ну, данный вопрос, он скорее не ко мне, но от себя могу сказать, что... У нас нет машины времени, и мы не можем с точностью до единиц, до тысячных знать, какая будет стоимость на момент реализации проекта, выхода на IPO. Поэтому можно предполагать, а можно работать над реализацией, и в процессе мы с вами этот вопрос узнаем. Задайте этот вопрос Павлу Филиппову. А что с потерянными деньгами для поддержки малого бизнеса? Будет ли расследование? Все в рамках того, что сказал Дмитрий Александрович Дуйнов на передаче «Экспертное время». Изменений пока никаких нет. Третий год нет финансовой отчетности перед инвесторами. Есть подозрение, что это неспроста. На самом деле это неправда, так как... Была предоставлена полная бухгалтерская документация. Происходило это на одной из живых встреч конференций, которая проходила в городе Санкт-Петербург. Каждый желающий мог ознакомиться с документацией, практически, ну, с каждым документом, который был представлен. Здесь стоит понимать, что предоставить всю отчетность в свободный доступ в интернет не предоставляется возможным. Вся отчетность формируется и подготавливается в соответствии с нормами, требованиями и правилами законодательства Российской Федерации. И стоит учитывать, что
все инвесторы, участники проекта, сотрудники заинтересованы в реализации проекта. А помимо заинтересованных в реализации, есть также люди, которые заинтересованы в обратном процессе. Поэтому выдача подобной информации в открытый доступ, она просто может нанести непоправимый урон. В связи с этим она была и представлена на одной из живых встреч конференций. На сегодняшний день пандемия коронавируса во всем мире довольно серьезно укрепила свои позиции, и, соответственно, живой встречи конференции в этом году еще не было. Поэтому и документацию предоставлять также было негде. Впрочем, более подробно на этот вопрос, я думаю, смогут ответить уже, ну, сможет ответить Дмитрий Александрович Дуйнов, Павел Филиппов. Разрешение на строительство не дали, но стройка началась. Как сказал Дмитрий Александрович, мы платим. Объясните, за что платим, если еще ничего не строим? Вопрос действительно хороший. Давайте, собственно, разберемся. За что же платит инвестор на данном этапе? И за что платит «Совалмаш»? Многие из вас знают, что на сегодняшний день данная студия, где мы сейчас с вами находимся, испытательный участок, опытный, намоточная, отдел капитального строительства и многие-многие другие помещения, лаборатория, они находятся на арендованных площадях. Следовательно, для того, чтобы организовать необходимые работы, связанные, ну, необходимые для того, чтобы реализовывать проект, необходимо арендовать эти площади. Это не маленькие затраты. Необходимо их было подготовить, укомплектовать необходимой мебелью, оргтехникой, специализированным оборудованием, в нашем случае съемочным оборудованием, звукоизоляцией, шумоизоляцией, виброизоляцией. Все это стоит определенных средств, и это нужно делать. Далее, зарплата сотрудников, которые трудятся и работают. Также налоговое отчисление. Это касательно вот деятельности, которая протекает сейчас. Опять же, маркетинговая часть, реклама, возможность проводить трансляции и живые встречи. Это все та часть, которая не касается строительства напрямую. А также, если мы переходим уже к строительству, то для того, чтобы реализовать строительство, необходимо подготовить проектную документацию. Это колоссальный объем работы, и это очень недешево. В наших роликах, которые мы выпускали на канале «Двигатели Дуйнова», мы показывали наглядно, как выглядит объем проектной документации. Это огромные массивы данных. При этом необходимо закупать оборудование, необходимо закупать металлоконструкции. Есть договорные отношения с подрядчиком. Соответственно, все работы, выполняющиеся и будучи выполняющимися на территории ОСЗ «Технополис Москва» на площадке Алабышева, также должны быть проплачены. И оплата происходит не по факту выполнения работ, а как и во всем цивилизованном мире. Заплатили, начинается работа. Поэтому затратная часть, она очень большая, и это нормально, абсолютно. Ну, в принципе, я думаю, ответил на вопрос. Здесь можно еще долго говорить и показывать какие-то факты, но я думаю, что смысл ясен. И тоже, знаете, такое дополнение. В вопросе звучала фраза: «За что мы платим, если еще ничего не строим?» А хочется задать встречный вопрос: а с чего начинается стройка и как протекают строительные работы? Если не возводится основное капитальное сооружение, то это не значит, что мы ничего не строим. Подготовительные работы также необходимо выполнять, и они стоят денег. А в четверг какой вебинар будет? В четверг будет по плану экспертное время.
Александр, вы обещали помочь с акцией на этом этапе. А от Solar Group нет ответа, будет ли какое-то решение. Ну, я предлагаю этот вопрос переместить в личные сообщения. На всякий случай коллеги укажут мои контактные данные. Мы с вами еще раз пообщаемся, и я думаю, вопрос так или иначе решим. По крайней мере, закроем. Здравствуйте. Будет ли Solar Group продавать свою часть долей? Ну, этот вопрос непосредственно к Solar Group, но, насколько мне известно... Вообще, знаете, вы поясните свой вопрос. Он не до конца понятен и не до конца, я бы даже, наверное, сказал, корректен. Уточните, тогда, может быть, я смогу что-то вам ответить. А вообще, все вопросы, касающиеся финансовой части, к Павлу Филиппову. А в следующий вторник он, как и всегда, будет присутствовать на вебинаре, поэтому вы сможете без проблем задать ему свои вопросы. Кто будет экспертом? Вопрос хороший. Я так полагаю, это касается будущего передачи «Экспертное время». Никого мы, собственно, пригласим в нашу студию. Пусть это останется загадкой. Сами все узнаете. Ну, на самом деле, вопросов я больше не вижу, хотя вру, есть. Вопрос. Проект Дуйнова, по-моему, достойный и перспективный. А почему мало зрителей и нет крупных инвесторов? Ну, на этот вопрос можно ответить довольно просто. Почему мало зрителей? Это вопрос к зрителям. Так как... Ну, давайте вот так зайдем. Есть развлекательный контент. Это юмористические передачи, это какие-то обзоры автомобилей и что-то в этом духе. По сути, это та информация, которую человек... смотрит, поглощает во время отдыха, во время досуга. Очень часто это, между прочим, происходит тогда, когда человек обедает или ужинает. А все-таки на наших ресурсах мы даем более узконаправленную информацию, которая иногда даже сложная к восприятию. Поэтому контент не развлекательный далеко. Поэтому и зрителей не так много. Но, тем не менее, в ваших руках рассказать о наших передачах, о наших видеороликах своим коллегам, друзьям, близким. И тем самым мы сможем увеличить количество просмотров и охват аудитории. И это будет, между прочим, очень большой, я бы даже сказал, неоценимой помощью в реализации проекта. Вот. А касательно крупных инвесторов, ну, сама концепция... изначально стояла в методе привлечения инвестиций. Да, это краунд-инвестинг, это привлечение народных инвестиций. Дело в том, что крупные инвесторы, как правило, при входе в тот или иной бизнес-проект начинают диктовать свои правила, свои условия и выдвигать некоторые требования. И это не всегда сопоставимо с тем, что необходимо сделать для того, чтобы реализовать проект. Потому что, как правило, инвестор, он все же выступает в роли инвестора. И он не является специалистом в ряде вопросов, которые ставит перед собой тот или иной проект. И если, скажем так, крупный инвестор хочет зайти в учредители или принимать управленческие решения, как правило, это очень сильно мешает в реализации. Это может затормозить, это может привести к необратимым процессам, и проект может попросту не состояться. Поэтому метод инвестирования за счет краунд-инвестинга дает возможность нам уйти от этих рисков и, собственно, укрепить свои позиции на мировой арене. Сколько стоит мотор? Какой? Некоторым просмотр вебинара в прямом эфире нужно планировать заранее, поэтому сюрпризы не всегда уместны, особенно если захочешь задать вопрос эксперту. Согласен с вами. Подумаем над вашим заключением, комментарием. Когда можно будет купить мотор-колесо для велосипеда или кареточный мотор? Ну, кареточные моторы
мы на сегодняшний день не делаем для велосипедов, не производим. Когда можно будет купить мотор-колесо? Собственно, тоже мотор-колеса мы не производим. Как уже сказал Дмитрий Александрович Дуйнов в ходе нашего сегодняшнего интервью, мотор-колесу быть, но всему свое время. Поэтому, как только это станет возможным, вы одним из первых об этом обязательно узнаете. А в какой сумме считается крупный инвестор, который может влиять на проект? Вопрос довольно... Нельзя однозначно ответить на него, понимаете? Ведь когда, если мы берем просто проект в вакууме какой-либо, не наш проект, то здесь, когда заходит крупный инвестор, он заходит на определенных условиях, а условия могут быть разными. Это... Поэтому однозначно ответить просто невозможно. Опять же, сумма какая? В процентном соотношении могут быть разные варианты. Поэтому здесь некорректно будет на него так ответить. Мотор для велика, скутера. Что вы притворяетесь, что не понимаете вопроса? Солдат Сухов, какой мотор? Для какого велика, для какого скутера, какая мощность, какие габариты? О чем вы спрашиваете? Вы уточняете вопрос. Если вопрос не конкретный, ответ на него конкретный дать невозможно. Я, конечно, могу вам сейчас придумать из воздуха какой-то конкретный двигатель, да? Но это будет неправильно, это не будет ответом на вопрос. И учитывайте, что на сегодняшний день Совалмаш не занимается производством двигателей для скутеров, для велосипедов, для автомобилей, для всего. Совалмаш занимается другим. Совалмаш работает над созданием ПКТБ, проектно-конструкторского технологического бюро, которое, в свою очередь, будет заниматься реализацией интеллектуальной собственности и, в частности, заниматься разработкой двигателей под нужды и требования заказчика и продавать ему технологию. И вот уже тот заказчик, который будет у нас заказывать разработку, будет заниматься непосредственным производством и продажей двигателей, либо готовых конкретных решений, в составе которых будет использоваться данный двигатель или система привода. Проект занимается этим. А здесь можно отметить, что на сегодняшний день есть участник проекта Виктор Арестов, компания СПП «Вэйхай». Он запустил в партию двигатели. Да, 90С, да, 100С, там целый перечень двигателей. И вот, собственно, у него можно купить эти двигатели. Поэтому обратитесь к Виктору или к официальным представителям, вам ответят на ваши вопросы. Ну, собственно, больше вопросов я не наблюдаю, поэтому надеюсь, что сегодняшняя передача была для вас полезной. Оставляйте комментарии. Пишите, что бы вы хотели улучшить в наших трансляциях, будь то вебинар Павла Филиппова, будь то передача «Экспертное время», проходящая по четвергам. Мы постараемся учесть все это и стать еще лучше, и давать вам максимально полезную и нужную информацию. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч.